В Мурманской областной филармонии стартовал региональный этап детско-юношеского эстрадно-джазового конкурса «Фонограф-дебют», организатором которого выступает пианист, дирижер и народный артист России Сергей Жилин. Старались изо всех сил. Речь об участниках регионального детско-юношеского эстрадно-джазового конкурса «Фонограф-дебют», который организован известным пианистом и дирижером Сергеем Жилиным. Начинающие музыканты исполнили во время прослушиваний как всем известные хиты на русском, так и песни на других языках. Именно вот в таком возрасте формируется, во-первых, в принципе, желание заниматься вот такими вещами, как играть на инструменте, выходить на сцену, петь и так далее. Вот. И благодаря таким мероприятиям оно еще больше усиливается. Или, может быть, другой вариант, ну, человек, может быть, по мере взросления, по мере участия в подобных мероприятиях поймет, что, может быть, это... этим не стоит заниматься. Конкурс Сергея Жилина нацелен на развитие детей на эстрадном поприще. Поэтому после прохождения всех этапов ребята могут поехать в Москву и выступить на гала-концерте. Об этом мечтает и Егор Тихонов, который с детства интересовался музыкой. Сначала он играл на пианино сестры, а не так давно заинтересовался бас-гитарой. Я восхищаюсь своей сестрой, она играла на флейте, она играла на гитаре, самоучка была, ну, там с учителем была, не из музыкальной школы, вот, а так, ну, в принципе, все подтолкнуло меня сестра, я по ее стопам, наверное, пошел. Сам конкурс проходит в 4 этапа. Первые дети прошли онлайн. Затем очное прослушивание, после которого участникам вручат награды. Однако конкурс на этом не заканчивается. Лучшие получат сертификаты на занятия в творческой студии народного артиста. Виталий Артемьев, Анастасия Кочурова, Арктик ТВ.